На высоком берегу реки Мокша расположился санаторий Мокша, который славится своим бюветом, минеральной водой, которая по составу близка и сундукам номер 4. Бювет в виде такого здания с куполом и увенчанным крестом. Вода замечательная, здесь внутри бювета очень много икон, и вода освещается каждый год. Вот там внизу протекает река Мокша, она сейчас во льду, подо льдом. Питьевая галерея, минеральная вода Мокшанка. А там под горой река Мокша. Река Мокша за окном. И сейчас посмотрим бювет с натуры Мокша. Здесь вот краны с теплой, с холодной водой. Аналоги из сундуков номер 4. Вода минеральная, немножко соленая, натриевая, хлор, магний, кремний. Это обстановка. Берег реки Мокша. Можно спуститься вниз в долину реки. Вот 10 ступенек, 110 ступенек вниз. И там прекрасные просторы без края. И вот эти безмолвные сосны. Тишина нарушается только стуком дятла. Река Мокша. Покрыта толстым льдом. Это камыш на берегу. Сосны. И вот так высокий берег со стороны реки. Какая тишина.
Река Макшанка вот в этом месте запружена. Громадная плотина преграждает ее путь. И это гидроузел, после которого мы видим свободное течение реки. Не замерзшее, очень быстрое. Вот там дальше, да. Она дает электроэнергию. А вот здесь очень хороший элитный поселок, дачный, коттеджный. Все это окружено сосновым бором, а на той стороне березы, березовая роща. Сегодня чудесный день, морозный. Синее небо и облака перистые. Такое сооружение мощное. Река Мукша. Дятел. Здесь обитают своеобразные дятлы, черные, с черными головками. Неутомимые труженики. Мордовия, санаторий Мокша, среди сосновых лесов, непроходимых, в чистейшем месте, в заповеднике, с ключевой водой, с родниковой и с минеральными источниками. Вот славен своей такой лечебной базой. Вот основное здание санатория. Справа и слева жилые корпуса. Одно- и двуместные номера. Вот с правой стороны от главного входа одноэтажное здание. Это здание ресторана с кухней, с хорошими поварами. Здесь питаются отдыхающие в одну смену. И кухня разнообразная, и мордовская, национальная, и традиционная, европейская. Сейчас обойдем здание вокруг. Один из жилых корпусов санатория Мокша. Шестиэтажные здания, разноуровневые, и номера одноместные, двуместные. А это лечебный корпус с плавательным бассейном. Здесь водные процедуры, души, всевозможные массажи, ванны. Очень много кабинетов. Санаторий Мокша окружает сказочный лес сосновый.
Там за деревьями крупное здание, это жилой корпус номер один, а на переднем плане это лечебный корпус. Праздником вас! Спасибо. Хранит вас всех Господь, так хочет сказать, Христос воскрес!